Шесть карасей. Такой улов радует не только местного рыбака на Алексеевском пруду, но и председателя Совета депутатов Андрея Гореликова и главу округа Юлию Купецкую. Профильные специалисты отмечают, что завершился самый сложный этап очистки водоема, расположенного на границах улиц Летной, Юбилейной и Сукромки. Местные жители благодарят за масштабную работу по реконструкции и восстановлению этого пруда. Мы же яму углубления сделали. На сегодняшний день сформирована чаша пруда, в которой предусмотрены отмели для нереста небольшой рыбы и глубокие ямы для крупных особей. Средняя глубина составляет 2,5-3 метра, а это значит, что необходимо поставить ограждение между водоемом и детской площадкой. На этом акцентировала внимание Юлия Купецкая. Также здесь обустроена игровая зона и заменен береговой шпунт. На очереди новый газон. В парке Стрекалово завершаются работы по установке игрового комплекса в тематике «Космос» общей площадью около 900 квадратных метров. В настоящий момент проведен демонтаж малых архитектурных форм и старого плиточного покрытия. Проводится планировка и устройство новых пешеходных дорожек. Мы закончим тропиночную сеть. Да. Тропинки, освещение и забор. Уже площадка. Первое сентября реально. Впереди озеленение, установка парковой мебели и освещение, которым уделят особое внимание. Добавят дополнительные торшеры. Выездная комиссия перемещается на третий объект. Это набережная реки Яуза, вблизи дома 49, корпус 1 по Новомытищинскому проспекту. Местные жители попросили убрать камыш. Чтобы река не превратилась в болото, специалисты уже начали очистку главной водной артерии Мытищ. На этой неделе приступили к очистке нашей реки. Это Яуза, это участок от центрального парка до парка Яуза. Порядка 2 километров реки. Очистка будет подразумевать эту уборку от полного мусора, от растительности, которая сейчас у нас активно разрослась в русле реки и мешает течению. То есть это без изменения дна и берегов, только уборка от растительности и наплавного мусора. Данная проблема для нашей реки актуальна, потому что наша река достаточно мелководная. Работы по очистке Яузы экологи планируют завершить до конца лета. Вдоль первого Рупасовского переулка устраивают новый сквер для жителей этого микрорайона. На первом Рупасовском переулке мы устраиваем новый сквер для института связи с военной тематикой, с постаментами, и, соответственно, будет установлена военная техника. Работаем совместно с институтом. Вот, в настоящее время мы видим, что работы по планировке территории продолжаются, и в скором времени будет вырабатываться выработка грунта под устройство тротуара. Срок завершения работ – конец сентября. Глава округа отметила, что работы идут в соответствии с графиком. Основная задача – обновить существующую парковую инфраструктуру и добавить немного разнообразия и уюта в любимые места отдыха горожан.